Всем привет! С вами Роберт. Сегодня будет особенное видео. И не по игре Gion 3D, и даже не про обзоры, а то, как моя бабушка готовит вафельки. Так, сейчас подождите. Так. Это первая вафелька, которую я, кстати, сейчас хочу попробовать, но после видео попробуем. Она остынет. Так, и теперь смотрите. Бабушка, как ты это делаешь? Как эту смесь делаешь? Про смесь это секрет, а вот так потом эту смесь выкладываю я. Ладно, потом спросите у мамы своей, как это делать. Роберт тоже так попробует потом, да? Да, так. Потом его вот так кладем. И прижимаем крышечку. Да, вы думаете, почему не полностью? А это уже бабушка объяснит. Потому что она потом, крышечка прижмется, и вафелька растечется. Да я прижму. Угу. Давай откроем, посмотрим, как она хорошо растеклась. Она маленькая, нужно было чуть побольше положить, да? Да, но все равно. Побольше. Они будут у нас разного размера. Да, она уже все прижалась, теперь она должна пожариться. Все. Сейчас это будет. Она будет минутку или полторы. Так что лишнее время не будем тратить. Так, все у нас уже готово. Так, у нас уже готово. И вот, смотрите, вот вафелька. Да, можно было побольше, но. Можно позажарить, да? Да. Еще чуть-чуть пожарим. Да не. Хватит, другой, пожалуйста. Я имею в виду по размеру побольше можно было. Сейчас попробуем по размеру побольше положить. Да. Можно я возьму у бабушку вот эту вафельку? Конечно, ты же должен пробу снять, а вдруг это невкусно. Так, я пробую. И... Че, кладем побольше, что, включаешь? Это реально вкусно. Давай, бабушка. В общем, подписчики, пробуйте. Если у вас не вкус получается, тогда это либо ваше мнение, либо... Вопросы неправильные. Либо у вас невкусный рецепт. Вкусно? Угу. Маме отнесешь попробовать? Да, сейчас. Тебе понравилось? Мне понравилось. Вот. Ну, возьмешь такие вафельки? Я уже хотела что-то рассказать. Ну да, возьму. Только и подписчики. В общем, моей маме понравилось очень. А вот моя бабушка еще не попробовала. Так что ждем этого. Так, вот здесь вот столько теста осталось. Так что... Попозже покажем, сколько будет вафелек. Да. Две мы уже скушали. Да, а потом бабушка попробует, и бабушка скажет, как это. А пока ждем. Так, вот третья вафелька. И вам кажется первая, потому что две мы уже попробовали. Так, сейчас я попробую сам наложить. Бабушка будет снимать. Примерно вот так. Вот этой ложечкой на серединку вафельницы. Нет, так ты вот правильно на серединку вафельницы Роберт накладывает. Все, ложечки можно по местам. Эту в тесто, эту в кружечку. И прижимать крышечкой. Возьми. Крышечка. Какая красивая у нас вафельница. Крышечка. Где тряпочка у нас для крышечки? Вот, чтобы не обжечься, лучше взять тряпочку. И да сильно не надо жать, надо чуть-чуть. Просто прижать. Потом ты сам нажмешь, да? Давай. Так, ну что, я... Вот бабушка натворила то, что можно простить ей. Ведь она не знала то, что надо другую кнопку нажимать. И вот сейчас я вторую... Вафельку сам накладываю. Мою вторую вафельку. Ну, все тесто с кружечки. Все тесто. Это маленькая вафелька будет. Или хватит? Пусть маленькая будет. Хватит. Ну, накрывай крышечкой. Тряпочка. Где тряпочка? Тряпочка. Ой, не страшно, да, не говори с тряпочкой. Ну, тряпочку можно было и не брать, но на всякий случай, чтобы вдруг не обжечься. Когда обожгешься, тоже неприятно. Даже посылку. Или что? Все, ставь на паузу.
В общем, бабушка сказала поставить на паузу, но, к сожалению, я еще не договорил. Бабушка сняла мне, и у меня, наверное, получится прикольная вафелька. Вот уже две вафельки приготовились. Две мы съели. Да. В итоге 4. Так, я пока сяду здесь. А первый раз мы немножко теста сделали. Да, правильно? Да. Так, сейчас мы пока что ждем, когда будет уже много вафелек. И зато посмотрим, как бабушке нравится. И мы можем туда еще две виноградинки добавить. Да, все, мы уже последнюю делаем. Я очень долго ждал этого. А видос длится всего лишь 2 или 1 минуту. Или 3. Все, готово. Собираем тесто последнее. Кладем на серединку. Вот так еще собираем тесто. Чуть разровняем. Еще соберем, чтобы пачка побольше была. И тесто не пропало у нас, да? Да. Вот так вот раз. И ложечкой вот этой поможем. Бабушка, а вот это тесто в сухом виде, в сыром виде, оно съедобно? Ну так, хочешь поближе ложечку попробуешь потом? Мама любила очень облизывать тесто. Кому как нравится. Я сейчас вот, кстати... Ну, это съедобно? Положим 3 ягодки, 4. Да. Посмотрим, что интересно. Это виноградики. 4 виноградинки. И прижмем. О, виноград зашипел. Посмотрим. Ну, сейчас уже можешь пока на паузу поставить. Я думаю, вы не поверите. Но тесто... Ну, тесто для этих вафелек съедобно, реально. Оно даже вкусное. Как крем, да? Да. Похоже на вкус крема. Да. Все, осталась последняя вафелька. Так, последняя вафелька. С виноградом. Что хоть там у нее виноград? О, виноград жарится тоже. Ну, а вот эту особенную вафельку с виноградами, я не знаю, кто получит. Наверное, Роберт, за то, что видео снял, да? Не, я думаю... Вкусно будет с виноградом. Жареным виноградом? Ну, он же... Не, он не жареный, он печеный. Он вафелька не печется, будет... Эта вафелька будет очень сладенькая такая. Виноград же сладкий. О! Еще чуть-чуть. Можно выключить, она дойдет. Вытаскиваем из розетки. Пока вафельница остывает, так как дожарится все. О, бабушка не может даже вытащить. О, вытащила. Очень тугая розетка. А это теперь не жарится? Нет, она горячая же жарится, пока горячая. Пока не остынет, будет жариться. Но она уже автоматически не жарится. Нет, уже выключена, да. Секундку остывает. Так, все. И пока что ждем. И я скажу, как бабушке понравится. Так, смотрите, вот как выглядит наш блинчик. С виноградом. Да. Пока что еще ждем. Оп, еще показали. Извините, пожалуйста, за то, что видео прервалось. Просто у меня... просто я еле как успел телефон на зарядку поставить. Вот у меня сейчас пауэрбанк. И... Бабушка здесь. Смотрите, какая красота. Так, все. И, в общем, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Да. Ну, да. На меня мало кто уже подписывается. И вот я думаю, что вы сможете приготовить такой же. И следующий туториал, то, как мы будем готовить что-то вот здесь. Да, у нас такой прибор есть.
аэрогриль, это называется. Xiaomi аэрофритюрница для что-то там такого. Но мы его используем чаще всего для тостов. Я думаю, еще будет парочку туториалов над этим. Я его называю кибокубица. И в итоге всем пока!